Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Наш питомник находится в Санкт-Петербурге. Отправками щенков в другие города мы не занимаемся. Коммерческие вопросы по поводу стоимости щенков будьте любезны, задавайте, пожалуйста, в личные сообщения ВКонтакте на страничку питомника. Ссылочка на страничку оставлена под данным видео. Или по телефону, номера телефонов также указаны под данным видео. Открыт для резервирования мальчик Чихуахуа. Дата рождения 23 мая 2018 года. Мальчик ярко-рыжий по окрасу. На сегодняшний день мальчику исполнился 1 месяц и 1 неделька. Родничок закрыт с 1 месяца. Прикус ножницеобразный, зубки 6×6. Мальчик рожден без прибыльных пальцев, без заломов хвостика, без паховых и пупочных грыж. На момент продажи мальчик будет иметь метрику щенка и клеймо РКФ, прививки по возрасту. У мальчика есть еще братишки и сестренки. У мальчика ровная спинка. Правильный хвостик в форме серпика. Мальчик самостоятельный, кушает сухой корм, активный, хочет играть и бегать. Если вам понравился наш щеночек, вы можете зарезервировать его, позвонив нам по телефону или написав на личную страничку питомника ВКонтакте. Кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить свежие видео с братишками и сестренками этого малыша. А также в нашем питомнике еще остались 2 щенка, готовых к продаже из апрельских пометов, 2 мальчика. Бело-лиловый и рыжий с шоколадной маской. Кто подписан на наш канал, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марини Стик.